Друзья, всем привет! Бонжорно! Мы с вами на Лиговском 109, в магазине Лос Кампола. Хочу вам показать одни из самых запрашиваемых тканей. Это, конечно же, наши любимые сезонные льны. Такая вот у нас богатая палитра. Давайте начнем обзорчик с елочки. Хочу начать именно с елочки, потому что достаточно редкая эта позиция. Это елки. Это у нас бренд Китон, серо-коричневая елочка, лен 49%, шерсть 32%, шелк 19%. Это смесовка. Приятная, тактильная на ощупь. 3600 рублей за метр. Такой базовый коричневый припыленный цвет. Здесь такая именно припыленная ниточка со светло-молочной ниточкой сочетается. Круто, конечно, будет на костюм, на платье. И елочка добавляет дополнительной такой элегантности. И не отходя от различных узоров, смотрите, друзья, только заметьте, тут тоже такая есть небольшая елочка в плетении. Вау, классно! Она такая деликатная, такая небольшая, очень здорово смотрится. И мы видим достаточно большой раппорт полоски. Ну, я бы сказала, что он чуть выше средний. Это тоже смесовая, тоже китон. По составу это шерсть 45%, шелк 42%, лен 13%. Вау, так сразу и не скажешь. Приятно, что в составе есть шелк и лен. Кстати, шерсть не чувствуется в составе, она не колючая, достаточно мягкая, комфортная ткань. По тому, что мы шьем то же самое, это и рубашки, и юбочки замечательные льняные, и платья, и такие костюмы в пижамном стиле, которые можно и жакетик, и такие брюки палаццо. Так, давайте перейдем к ярким тоже позициям. Здесь у нас есть такая вот красота в цвете бирюзовой такой морской волны. Это Gucci бренд, лен 75%, вискоза 25%, не просвечивает. Очень красивый, насыщенный цвет. Мне кажется, под голубые или зеленые глаза просто фантастически подчеркнет их глубину, красоту. 2450 рублей за метр, ширина 140. Здорово, что это бренд Gucci. Тоже он такой платьино-сорочечной плотности. Так, давайте перейдем теперь к ярким, красным, насыщенным оттенкам. У нас их несколько. Пробежимся быстренько по всем. Это красный, 100% лен, наконец-то не смесовка. Такое крупное у него плетение, немножко напоминает рогожку, такие льняные крапинки, да, говорящие нам о естественном составе. Так, так вот он выглядит. 2450 рублей за метр и ширина 136 здесь. Вот этот от Лора Пиано более такой припыленный, менее насыщенный, но он и малиновый. Здесь лен с вискозой, лен 75, вискоза 25. Ширина 140-200 рублей за метр. Также есть у нас замечательный красный лен, он уже stonewashed. Это такая интересная, такой вот интересный метод окрашивания льна. И создается такой именно пропыленный эффект. Он очень мягкий. Причем он плотнее, чем две предыдущие позиции, но он значительно мягче, значительно пластичный. Его хочется прям как первый слой 100% надеть. И мне кажется, именно для костюма восхитительный, потрясающий вариант. Так, давайте посмотрим теперь больше классику. Давайте достанем, чтобы было нам комфортнее с вами смотреть. Это лен от Gucci. Снова Gucci, снова классный бренд. 100% лен. 2650 рублей за метр. Ширина 155.
смотрите, какой классный, сразу просится, да, снова на какой-то костюм. Вообще, льняные костюмы летом — это просто любовь, собственно, как и весь лен. Так, давайте с вами посмотрим. Хочу вам показать еще вот такой вот яркий рыжий, тоже Лора Пьяна, 100% лен. Цвет такой морковно-апельсиновый, теплый. Смотри, давай покажем, какие тут красивые прожилочки льняные, какие красивые узелочки. Тоже здоровская ткань. Красивые создаются на ней драпировочки. Будет здорово именно в платье, таком ярусном, со сборками. Пластичный, красивый лен. Так, а теперь к этой корзиночке, друзья, перейдем. Здесь у нас располагаются полосатые льны и белые, молочные по цвету. А сразу хочу показать вот этот, потому что можно шить такой же, похожий на мою юбочку. А, так моя белая с голубыми полосками, это наоборот. Так. Да, вот у нее размер полоски. Да, на себе сразу покажу. Можно тоже в пижамном стиле сделать классный костюмчик. И будут ее характеристики на экране. Так, здесь мы тоже, смотрите, видим такой вот полосатый лен. Он снесовый, здесь лен с шерстью и шелком. Видно вот этот шелковый красивый блеск. Голубая нежная полоса, ширина 153-600 рублей за метр. Это тоже китон, красивый молочный цвет. Так, и теперь просто, да, белый льны. Давай покажем, какие у нас есть. Это лен Максмара. 100%, ширина 146-1690 рублей за метр. Здорово будет именно на рубашку, которую можно кинуть на топ. У него такое достаточно разреженное плетение. Это уже белый лен от Giorgio Armani. А здесь такое прям крупное, как рогожечка плетение. Да? Кто искал именно крупное, кто фанат более крупных плетений, стоит присмотреться. Ширина 155-2200 рублей за метр. Так, это у нас снова китон, новая смесовочка, наверное, он один из самых универсальных. Ширина 151-1850 рублей за метр. Очень гладкий по составу, тоже блестящий, как будто бы в составе тоже есть шелк. И он, в отличие от вот Giorgio Armani и Max Mara, не просвечивает, да, можно даже смело надевать на телесный белье, как первый слой. 1850 рублей за метр, ширина 151. Также у нас есть небольшие кусочки льнов, именно в полосатых расцветках. Полосатые льны, мне кажется, это особое такое очарование с таким немного курортным настроением. Теперь пойдемте за мной, друзья. Я вам покажу замечательные, красивые льняные трикотажи. Даже, да, без трикотажей. Смотрите, хочу вас удивить. Такой огромный, красивый, классный палитры. Здесь есть и розовый, и такие оранжево-абрикосово-персиковые, и солнечные, и голубые, бирюзовые, и таких земляных красивых оттенков. Они все примерно одинаковые по своим характеристикам. Я для вас покажу поближе, да, один вариант, потому что они по плотности, по составу примерно одинаковые. Это 100% лен. Это розовый такой нежный цвет. Прям ассоциация с какими-то пионами, да, летними, с розовыми розами. Они все немножечко просвечивают.
да, то есть белье в тон, возможно, какие-то спортивные топы или более классические топы, красивое сияние, да, крутка нитки хорошая. Так, и это у нас трикотаж льняной розовый, 1750 рублей за метр, ширина 140 и скидочка 25%, кстати, действует на некоторые вот льняные трикотажные позиции. Ну, давайте еще одну покажу поближе тоже. Тоже, кстати, ой, интересный. Смотрите, друзья, какое классное сияние. Это, думаю, лен у нас с напылением. Здорово будет смотреться именно в виде туники, в виде платья. Можно прям выбрать фасон по фигуре. Можно выбрать фасон более расслабленный, да, и выбрать с поясом вариант. Да, это напыление, лен 100%, кстати. 138 ширина, 1980 рублей за метр. Хочу, кстати, тоже на себе показать, чтобы было представление, как относительно вот фигуры он блестит, ну и издалека. То есть это такое больше влажное, красивое летнее сияние, а не какое-то вульгарное. Друзья, спасибо, что были с нами. Даже мини-экскурсия у нас с вами получилась. Жду ваших запросов, ваших комментариев. До новых встреч, Лос-Кампала!